15 февраля на пульт полиции города Булаева поступило сообщение об изнасиловании 14-летней девочки. Стражи порядка задержали подозреваемого. Известно, что он житель районного центра. Ему 23 года. Парня выдворили в изолятор временного содержания. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация не подлежит разглашению.